Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня суббота, сегодня третий день Нового года. Для всех Новый год уже прошел, а для русского лото новогодний марафон продолжается. Три новогодних тиража. Сегодня второй, 482-й тираж новогодней телевизионной игры лотереи «Русское лото». В основном страна отдыхает, трудятся немногие. Конечно же, Дед Морозы и Снегурочки. Сегодня в нашей тиражной комиссии три Снегурочки. Студентки театрального училища имени Щукина. Наталья Костенева. Александра Шедловская. Светлана Колпакова. И мы начинаем наш новогодний тираж с розыгрыша автомобилей. Внимательно смотрите наш маленький игровой снаряд из 10 бочонков. Я подставляю наш маленький игровой мешок. Вы резко, Снегурочка, Светлана Колпакова, открываете задвижку. Все 10 бочонков вперед. Вот они у нас в мешке. А теперь с надеждой взгляните на билет новогоднего тиража. Вот персональный восьмизначный номер. Мы начинаем розыгрыш автомобилей с последней цифры билета. Итак, последняя цифра билета. Это один бочонок из мешка. Это номер один. Единичку я возвращаю на место. Каждый номер может повториться сколько угодно раз. Номер три. Номер три. Номер три. Тройку на место. Никаких троек в учебном году. Номер два. Номер два. Вот так формируется номер счастливого билета. И четвертая цифра. Это номер ноль. Ноль. Ну, а теперь мы будем вытаскивать цифры и не возвращать. Не возвращать их на место. Итак, это номер восемь. Номер восемь. Восьмерка остается здесь. Номер один. Номер один. Единичка. И последняя цифра. Это четыре. Номер 4. Вот все, что нам нужно было узнать. Я теперь прошу нашу компьютерную группу объявить номера счастливых билетов. Они выиграли автомобили АКА! Автомобили выиграли билеты, чьи номера заканчиваются следующей комбинацией цифр. 8-0-2-3-1, 1-0-2-3-1, 4-0-2-3-1. Давайте поздравим тех, кто начал Новый год с выигрыша автомобиля. Ну, а теперь, дорогие Снегурочки, мы переходим к основному розыгрышу. Проверьте наличие всех номеров. А я передаю слово нашей компьютерной группе. Говорит Татьяна Ионина. В 482-м тираже принимает участие 3 167 462 купленных вами билета. Призовой фонд игры составил 47 511 930 рублей. Все ли в порядке? Отлично. Я прошу наш игровой мешок. Вот он уже на месте. И мы вращаем заветный штурвал. Вперед. Удачи. Удачи всем, кто играет сегодня. Сегодня с нами. Вот все 90 здесь. Снегурочки, я прошу вас за стол тиражной комиссии. А мы вновь с надеждой всматриваемся в наш билет. Боже мой, это я, по-моему, в бороде. Итак, прежде всего, если говорить о билете, он может позволить вам выиграть наш суперприз «Джекпот». Призовой фонд «Джекпота» составил 28 172 570 рублей. Боже мой, вот эта сумма! Ну, а в самом конце игры совсем неплохой денежный приз, который охраняет наша мышка Кубышка. Призовой фонд Кубышки составил 1 425 357 рублей. Неплохо, совсем неплохо.
Ну вот, к этому призу мы вернемся в самом конце игры, а начинаем игру с самого первого тура по порядку. Итак, призовой фонд первого тура... 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей! И мы начинаем. Начинаем игру в первом туре. Ну что же, дорогие мои, зачеркивайте в своих новогодних билетах 482-го тиража. Номер 75. Номер 75. Номер 63. Номер 63. Номер 34. Номер 34. Номер 28. Сено номер 28. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов 59 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, есть такие билеты. Есть такие билеты. Номер 88. Номер 88. Стоп, игра! Стоп, игра! В первом туре выиграли 2 билета, купленные в Казани и Санкт-Петербурге. Выигрыш составил по 50 тысяч рублей. Мы поздравляем наших игроков во всех уголках нашей страны. Мы аплодируем вам, а вот игрок под номером 88, номер мы забираем. А вам предстоит вытащить по одному 4 бочонка из мешка. Вперед и никаких сомнений. Это номера 26. Номер 26. Игроки под этими номерами бегут к нашему игровому столу. Номер 78. Номер 78. Вперед и дальше. Номер 44, стульчики. Номер 44. Последний четвертый игрок займет ваше место. Вы сейчас это увидите. Номер 45. Счастливое, счастливое, счастливое число. Номер 45. Внимание. После 9-го хода 84 билета претендуют на розыгрыш джекпота. Вы вытащили счастливый бочонок. Ленинский проспект, дом 45. Адрес дирекции Русского Лото. Вам приз. Аплодисменты зрителей. И мы... Мы вручаем вам еще один приз. Держите этот, получайте еще один. Это хохломской набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русская лото». И вторая порция аплодисментов. Вот теперь можно возвращаться на свое игровое место. А мы с нетерпением ждем сообщения о призовом фонде второго тура. Каков он? 168 тысяч рублей. Так это же больше! Больше и больше! И мы продолжаем игру во втором туре по одному бочонку из мешка. Быстро и решительно. 12. Шекспир, 12-я ночь. Номер 12. После 10-го хода 19 билетов претендуют на розыгрыш джекпота. Претендуют, и слава богу, номер 42. Номер 42. Мы ждем с нетерпением, после 11-го хода 5 билетов претендуют на розыгрыш джекпота. Когда этот приз будет разыгран, номер 53. Номер 53. Будем надеяться, игра что продолжается. Сегодня номер 18. Номер 18. Ход ваш. Номер 69. Туда-сюда. Номер 69. Номер 24. Номер 24. После 15-го хода джекпот не разыгран. Не разыгран джек. Сегодня не удалось сделать это, овладеть этой суммой. Не отчаивайтесь, есть третий новогодний тираж, есть третья попытка, она может оказаться решающей. А сегодня джекпот! А мы продолжаем нашу игру. Номер 64. Номер 64. Ход ваш. Номер 73. Номер 73. Номер 84. Номер 84. Номер 72. Номер 72. И вновь мы с вами.
Номер 60, ровно. Номер 60. Прошу вас. Номер 68. Номер 68. Номер 77, топорики. Номер 77. Номер 48, половину просим. Номер 48. Номер 3. Номер 3. Вот ваш. Номер 35. Номер 35. Номер 56. Номер 56. Прошу. Номер 37. Номер 37. Номер 49. Номер 49. Прошу. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, появились такие билеты, в которых 14 номеров из 15 в карточке зачеркнуто. Номер 16. Номер 16. Лидирует один билет. Один билет лидирует. Номер 55. Перчатки. Номер 55. Лидирует два билета. Номер 9. Номер 9. Лидирует 4 билета. Номер 46. Номер 46. Лидирует 5 билетов. Номер 67. Номер 67. В группе лидеров 10 билетов. Номер 62. Номер 62. Лидирует 12 билетов. Номер 7. Номер 7. Лидирует 17 билетов. Номер 22. Утята. Номер 22 лидирует 28 билетов. Номер 39. Номер 39. Стоп, игра! Стоп, игра! Вот она, победительница. Во втором туре выиграл один билет, купленный в Пензе. Выигрыш составил 168 тысяч рублей. Давайте поаплодируем игроку из Пензы, вам пылесос. А мы с нетерпением ждем игрока, чьим номером закончилась игра во втором туре. И это номер 39. Номер забираем. Быстрее. Ой, господи, так красиво и так медленно движется. Итак, номер 81. Номер 81. Игроки под этими номерами занимают места за нашим игровым столом. Номер 52. Номер 52. Куда торопиться красивой женщине, боже мой. Номер 74. Номер 74. И последний, четвертый игрок займет ваше место. И это игрок под номером 57. Номер 57. Номер 57. А вы получаете приз. Это хохломской набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское». Овация в студии. А компьютерная группа уже объявляет призовой фонд третьего тура. 235 тысяч рублей. Боже мой, опять больше и больше. И мы продолжаем игру в третьем туре. По одному бочонку из мешка наше дело общественное важнее. Номер 76. Номер 76. Номер 87. Номер 87. Номер 8. Номер 8. Прошу вас. Номер 5. Номер 5. И вновь мы с вами. Улыбнитесь, почему такое напряжение, ничего страшного не происходит. Номер 54. Номер 54. Милые женщины, улыбайтесь. Вам это так идет. Номер 33. Номер 33. А мужчины могут сохранять мужество. Да, спокойствие. Номер 13. Номер 13. Номер 14. Номер 14. Мы играем в третьем туре. Номер 50.
номер 50. Ход ваш. Номер 70. Номер 70. Номер 71. Номер 71. Номер 23. Номер 23. Номер 89. Номер 89. Номер 2. Номер 2. Номер 79. Номер 79. Номер 38. Номер 38. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов 4 билета имеют по 29 совпадений из 30. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, появились такие билеты, в которых 29 номеров из 30 зачеркнуто. Каждый ход может оказаться решающим. Номер 19. Номер 19. Лидирует 8 билетов. 8 билетов лидирует. Номер 85. Номер 85. Стоп, игра! Стоп, игра! В третьем туре выиграли 2 билета, купленные в Московской области. Выигрыш составил по 117 тысяч 500 рублей. Овации тем, кто выиграл в третьем туре. Вам магнитола, милая девушка, забирайте ее. А мы продолжаем нашу игру в четвертом и последующих турах. Со мной играют звезды отечественной эстрады. Ирина Аллегрова, Михаил Шафутинский. Ирочка, здравствуй, Маша. Здравствуй, моя хорошая. Миженька, здравствуйте. С Новым годом. Я прошу вас сюда, наша игра продолжается, Ира. Ты все хорошо знаешь. По одному бочонку из мешка. Номер 58. Номер 58. Выиграли 3 билета по 212 тысяч. Неплохо. Номер 59. Номер 59. Номер 59. Выиграла 5 билетов по 208 тысяч 391 рублю. Номер 6. Точка внизу. Номер 6. Выиграла 5 билетов по 200 тысяч рублей. Неплохо. Номер 1. Номер 1. Выиграла 8 билетов по 134 тысячи 446 рублей. Номер 20. Ровно. Номер 20. Выиграла 10 билетов по 100 тысяч 834 рубля. Номер 80. Олимпиада в Москве. Номер 80. Выиграла 13 билетов по 77 тысяч 565 рублей. Вперед и дальше. Номер 51. Номер 51. Выиграла 17 билетов по 59 тысяч 314 рублей. Номер 11. О, тезка выиграл. Номер 11. Выиграл 21 билет по 48 тысяч 16 рублей. Как Михаил Михаилу. Один с барабанной палочки. Счастливый номер. Ты получаешь, Мишечка, приз. Все так радуются. Особенно Александр Белоусов. Золотые барабанные палочки русского лото. А игра продолжается. Номер 82, Ирина Аллегрова. Сегодня 82-й тираж. 482-й тираж. Номер 82. Выиграла 36 билетов по 31 744 рубля. Ирина Аллегрова выиграла. Судьба распорядилась поровну. Недаром мы пригласили сегодня на передачу этот замечательный дуэт. Номер 15. Номер 15. Выиграла 57 билетов по 16 тысяч 510 рублей. Номер 30. Ровно. Номер 30. Выиграл 121 билет по 5 тысяч 556 рублей. Номер 32. Номер 32. Выиграла 187 билетов по 3 тысячи 594 рубля. Номер 61. Номер 61. Выиграл 301 билет по 2 тысячи 233 рубля. Глубже, глубже копайте, Михаил Шафутинский. Номер 83. Номер 83. Выиграла 485 билетов по 1386 рублей. Номер 21. Номер 21. Выиграла 1017 билетов по 661 рублю. Номер 4.
номер 4. Выиграла 1293 билета по 520 рублей. Номер 31. Номер 31. Выиграла 2135 билетов по 314 рублей. Номер 25. Номер 25. Выиграл 3950 билетов по 170 рублей. Неплохо, игра идет вширь. Номер 47. Номер 47. Выиграла 7764 билета по 86 рублей. Номер 40 ровно. Номер 40. Выиграл 12056 билетов по 56 рублей. Номер 43, Сталинград. Номер 43. Выиграла 17257 билетов по 48 рублей. Номер 17, мгновение весны. Номер 17. Выиграла 27423 билета по 43 рубля. Разыгрывается последний тур. Номер 66. Мы понимаем, внимание, осталось 4. До конца 4. Игры осталось 4 мы бочонка. Вас поняли, компьютерная группа 66, валенки. Номер 66. Выиграла 43543 билета по 38 рублей. Номер 29. Номер 29. Выиграла 69056 билетов по 44 рубля. Есть результат в студии. Выиграли номер 27. Номер 27. Выиграла 96611 билетов по 38 рублей. Разыгрывается последний тур. А вот и последний тур, о необходимости которого говорила Татьяна Ионина. Номер 36. Номер 36 выиграла 144713 билетов по 42 рубля. На 85-м ходу игры основной розыгрыш закончен. В мешке осталось 5 бочонков. Наш звездный дуэт готовится к исполнению музыкального номера. Мы подводим итоги нашего сегодняшнего тиража. Делаем это молниеносно, потому что мы должны разыграть еще квартиру. Вот так, пустой мешок. Пустой мешок я бросаю моим снегурочкам. А вот что осталось в мешке. Номер 10, номер 41, номер 65, номер 86 и номер 90. 10, 41, 65, 86 и 90. Как там наша кубышка? Кубышка разыграна. Разыграна кубышка. Суперприз кубышку поделили между собой 364 билета. Ну а как там наша игра, которая называется «Тысяча»? В дополнительном розыгрыше 1000 выиграла 714 билетов. 714 тысяч рублей. Если в вашем билете все эти 7 номеров, то вы выиграли 1000. А если вы не выиграли, до сих пор не расстраивайтесь. Мы разыгрываем квартиру. Где вы, мои снегурочки? Итак, изначально мы в мешок опускаем следующие бочонки. Я прошу вас. Ближе к снегурочкам мы опускаем в мешок 0, 1, 2, 3 и 4. Да? Первые две цифры. Да? Первая цифра 0 в восьмизначном номере билета. А далее? Одну цифру вытаскиваем. Одну цифру вытаскиваем. Один бочонок вытаскиваем. Номер 2. Номер 2. Далее двойку мы бросаем обратно в мешок и досыпаем сюда все остальные бочонки. Резко открывайте задвижку, снегурочка. Отлично, блестяще все сделано. И далее мы достаем еще 6. Еще 6 номеров и определяем номер билета, который выиграл квартиру. Ну. Номер 9. Номер 9. Девятку на место. Как все просто. Это компьютерная группа. Она диктует условия розыгрыша. Номер 8. Номер 8. В номер 8 восьмерку опять на место. И вот теперь ваш ход. Вот теперь ваш ход. Это номер 6. Номер 6. Номер 6. У нас осталось еще... Три бочонка. Три бочонка. Это Александра Шедловская. Номер 8. Номер 8. Запомните этих девочек, их фамилии. Скоро они будут знаменитыми актрисами. Светлана Колпакова. Номер 1. Номер 1. Остался последний. Последний номер. Наталья Костенева. Наташа, пожалуйста. И это номер 6. Номер 6. И вот звучит номер билета, который выиграл квартиру.
2, 9, 8, 6, 8, 1, 6. Ну что же, наш второй новогодний тираж подошел к концу. Участвуйте в третьем нашем новогоднем тираже. Новогодний марафон «Русского лото» продолжается. А перед вами сегодня завершает наш тираж Ирина Аллегрова и Михаил Шафутинский. Была печальной эта полночь, под утро мне приснился сон. Я на руках качаю дочку, и рядом ты, и ты влюблен. И грубым окриком конвоя нас не пугает тишина. Ну почему так мир устроен? Ну почему так мир устроен? И дочки нет, и я одна. О, сладкое шампанское, и по кружкам черный чай. Пусть над нами небо разное, одинакова печаль, и счастливым, и несчастным. От Москвы до Колымы новогодней ночью снятся одинаковые сны. Когда кремлевский снег кружился и мерз на вышке часовой, мне вдруг сынишка наш приснился, и взгляд такой любимый твой, как солнышко на ветке хвойной, висит на нитке апельсин. Но почему так мир устроен? Но почему так мир устроен? И сына нет, и я один. Полусладкое шампанское, и по кружкам черный чай. Пусть над нами небо разное, одинакова печаль. И счастливым, и несчастным, от Москвы до Колымы новогодней ночью снятся одинаковые сны. В разлуке время длится вечно, и миг за час, а год за жизнь. Нам проволокой круг очерчен, и нет безумнее границ. И на двоих у нас тобой одно желание опять. Но почему так мир устроен? Ну почему так мир устроен, что мы должны друг друга ждать? Полусладкое шампанское, и по кружкам черный чай. Пусть над нами небо разное, одинакова печаль. И счастливым, и несчастным, от Москвы до Колымы новогодней ночью снятся одинаковые сны. И счастливым, и несчастным, от Москвы до Колымы новогодней ночью снятся одинаковые сны. Новогодней ночью снятся одинаковые сны.